На базе нашей школы, Восточноевропейской школы остеопатии, был проведен семинар по модели фасциальных дисторсий. Семинар прошел впервые, был интересен как врачам, остеопатам, мануальным терапевтам, прикладным кинезиологам, а также всем тем, кто занимается здоровьем человека. Обширные проблематики, которые затрагивают опорно-двигательный аппарат. Руки обязательно вот в таком положении. Прихватываем кисть. Тут не крутим кисть, да, не изгибаем ее сильно. Вот. То есть получается большой палец вот здесь на сгибе. Два пальца с этой стороны, два пальца с этой. Разворачиваем, вот сгибаем руку, подмышку уходим. Здесь идет компрессия, да, и круговые движения. Компрессия плюс круговые движения. Вернулись в исходное положение, поменяли руки, прихватили опять большой палец на сгибе, два пальца здесь, два пальца здесь, ушли сюда, компрессия и ротация. Ощущение, что, то есть, вот как будто рукой чешем пациенту спину. Да, и чуть быстрее, постоянно перехватываем. Раз. Понятно? Модель фасциальных дисторсий представляет собой особый взгляд, согласно которому основной этиологией практически любой травмы опорно-двигательного аппарата, а также неврологических заболеваний является патология, одной из патологий соединительной ткани. У нас есть 6 известных изменений соединительных тканей, нарушений, да, которые мы можем с помощью FDM исправить. И, соответственно, исправляя нарушения в фасции, да, в соединительной ткани, мы, соответственно, можем помочь пациенту в решении его проблем. Я буду очень рад всех увидеть у нас на семинарах. Приходите, занимайтесь FDM и работайте на ТСДР. Добро пожаловать на наши семинары по модели фасциальных дисторсий.